утро. Сейчас-то скрылся и никак не появляешься. Я уж не тревожу, знаю, что работаешь. То... Мне сейчас звонил сегодня, я с отцом Сергием говорил. Что-то он говорит, что там у вас не получается ничего, да? Ну как не получается? От нас-то что зависит? У нас все получается, все по порядку идет, а враг-то живой. Он никуда не делся. Если вчера одна пишет, тут говорит, если бы Господу не угодно было такие препятствия, разве Господь у вас убрал бы? А то паспорта не возвращают, они у них завал, говорит, там в посольстве-то. А мы не могли никак, мы сроками определенно. Они сказали, через 3 недели, 3 недели заканчивается сегодня. А ответа-то нет, а нам ехать, а паспорта-то в Москве. И вот самое, сейчас я написал вам, посмотрите, неприятно в чем заключается, что мы туда выйдем, а они в это время вышлют. И вот мы сейчас все пытаемся варианты проиграть. Какой лучше вариант? Вчера с Новосибирском созвонился племяннику, там, чтобы пришел на встречу, ему доверенность. Надо первые страницы наших паспортов, его. Ну, какие у них там порядки, мы это все получили. И отдать ему оригинал, нам дали документы, когда мы документы сдали, что они от нас приняли. У нас причин никаких нет, чтобы не было открыто. Если бы мы раньше подали на визу на английскую, это мы могли сделать. Но мы ориентировались на немецкие. Немецкие не раньше 3 месяцев до отправления. А эти 3 месяца свободно могут рассматривать. Мы связаны. Мы, как ни повернись, мы в рамки, в чужие вошли-то. Это не наше правило. Я говорю, мы из машины не вылазим. Вот где бы мы ни переезжали на пароме, я всегда внутри. А в Финляндии отвечают, тут другие порядки. Вы моряком были, разве не знаете? Не знаю. Это ради безопасности пассажиров. Обязательно должен ты быть там у них гостиница вверху, ну, разная там по размеру. Собака идет как человек, отдельно платить, уже все там они решают. Ну, не, а их машину куда-то заезжают вниз, и туда нельзя не ремонтировать еще в это время. Ну, может, это правильно. Но, говорю, когда начинается паника тонет, то если я в своей машине, мне легче выскочить, чем из гостиницы, когда там все запружено будет. Ну, тут просто разговор. У них правила. Если я в чужой дом иду со своим монастырем, то это уставом не полезешь. Мы ничего нигде не сделали такое, чтобы от нас зависело. Шенген открытый, главное Шенген. В Англии очень просят. Такая подготовка. Но тянут и тянут. Значит, если мы поедем, а мы обязательно 27-го во вторник выезжаем, там и навстречу придет племянник. От них оттуда связаться надо с этим, с посольством. А в Москву вчера позвонил знакомым, который от отца Кирилла Сахарова, чтобы они пошли и убедили их не посылать. Больше ничего не надо. Пусть как хотят делать, лишь бы отдали паспорта. Но отказать нам никаких причин нету. Да и зачем бы они документы-то принимали? Если мы негодные, документы не принимаются. Сняли отпечатки. Связаться, может, по телефону созвониться с ними. Как? Нету телефона никакого. Они ответили оттуда. Разговоров никаких нету. Разговаривать только с этими. Эти говорят, с нами еще разговаривать. Мы послали, все, с ними разговаривайте. Они друг на друга показали. Виктор Петеримов запрос сделал. Бывает проследить за почтой. Здесь ничего не удается сделать. Разные там фокусы какие по другим посылкам-то здесь не проходят. Здесь сидите и ждите. И сказали 3 недели. А вчера открываю и говорит, ну у нас большой завал, может 1,5 месяца. Ну за 1,5 месяца у меня шенген кончится. Они выставляют новые материалы. Каждый раз новое. В Германии я точно знал, сдал, норма, 2 недели. Через 2 недели я получил. Но у нас тут из-за фотографий тоже не наша вина. Принимавшая, она не сказала, что фотография должна отличаться от той, которая была в прошлом году. А документы уже вернули, потом назад. Да еще мультивизу напишите, заявление. Все сделали, нам дали, выдали, что мы хотели. Немцы это точность. Там вообще. А здесь растягивают, как хотят. И при том... Немцы возвращают, говорит, кто занимается. Если не получилось, деньги, какие я заплатил, вернут. А здесь нет, заранее оговаривается, деньги не возвращаются. И объяснять причину никто не будет. Ну так можно что угодно набрать подряд всех и деньги никому не отдавать. Мне ничего не приходится, а только молиться. Вот на вторник я прошу просто эти дни помолиться. Если мы во вторник... А у них понедельник выходной здесь. Еще и выходной понедельник. Чего ради, не знаю. Ну, во вторник мы приедем туда, приедем, у них с 8:30. Нету, значит,
попытаемся позвонить. А там говорят, если звонить, сначала карту имейте, каждая минута стоит вот столько-то, там полтора евро или что там, ну, сотни с лишним рублей. Я 10 лет ни одного звонка, наверное, не сделал, ну, 2-3. А вчера с Москвой переговорил, на 150 рублей наговорил. Сон пропал у меня. Ну, а как? Спрашивать, что, как сказать, прийти в посольство. Это же не игрушка. Нам заблокировать паспорта, чтобы они не высылали сюда. Дадут, не дадут визу, это на втором месте. Вот в пути мы разойдемся с паспортами. Вот это нахлобучка нам. Нам придется там шенгенскую зону резать. Тут-то все время будут приходить брать, возьмут курьерской почтой, нам вышлют. Но это же время, хоть... А нам никак нельзя. У нас время там спаковано. Сейчас в Франции пишут, там исправникова это она... что уже договорились, все, и люди собираются. Но надо на Троицу, на Восьмое, потому что сам в храме народу будет много. И они там уже подбирают, спрашивают, Литва там, Литва начала запрашивать. Интересно, везде священники, везде абсолютно одинаково. И в Англии патриархийная, и здесь только одно. Что скажет этот епископ? Да где твоя-то голова? Ну ладно, ты от Лапкина спасешься, со мной нельзя встречаться, допустим. Ну, паству-то все секты наполняются православными бывшими. Там-то вы никого не сохраняете. А здесь показать себя они что-то значат. Как бы я ни совратил куда-то. Ну, ты-то рядом. А прервал меня и сказал, брат, не туда тянешь. Ну, при тебе же это все, твоя паства. Да, показать какую-то власть. Да твою паству-то пух и прах разнесли, там никого нету. Пьянь да, говорит, рвань. Все эти Б в церкви набились. И притом одинаково везде. Вот. Один Никита только ответил, игумена-то из Хельсинки-то, а мне все равно, что говорят. Мне человек интересен этот, который говорит, все, ни перед кем не сгибаясь. И народу интересно, поэтому встреча будет, и весь сказ. Вот это я понимаю ответ. У нас бы кто не приехал, там, баптистом, иговист, кто бы он не был. Мы сразу даем ему слово, не где-то, а в собрании. Заходи, ну, не в храме говорить нельзя. Я пока не был рукоположенный чтец, я в храме не говорил. А епископ меня рукоположил, что специально, и при нем говорил проповеди. Ну что, у нас еще не изменилось, у нас все как надо. Груз пришел, разгрузили уже там. Все, вчера поступило известие. Все разгрузило, пришли 5 человек, ну там достаточно. Машина вплотную подошла, оказался это районный центр, видимо. Ну, что еще желать-то надо? Нас ждут там, второй этаж полностью вам в доме отдаем, говорит. Продуктов у нас есть, средствами... Сдвинемся, дальше Господь усмотрит. Так что это заковыка не наша. Тут что-то Господь хочет сказать. Что, я не знаю, я прошу узнать у Бога. Или встреча дополнительная в посольстве я должен побывать. Или на пути, которые сейчас люди будут вот, беседовать об этом, показать, как мы зависимы. Сейчас смотрел Турчининова Александра, временно исполняющий обязанности президента Украины, как он по воинским частям едет. Он совершенно не военный, как он идет, какие пухлые губы и весен. Видно, что сладкоежка. Ну, говорит, там честь отдает, как Брежнев, а так честь-то отдать не может. Ну, я явно делал, что это не Путин. Ну, тот военный, он КГБшник. Его видать, он какой сухой, подтянутый, говорит. А этот говорит, мямлет, что-то награждает. Ну, он временный. Решать-то будут нам послезавтра они. Ой, там что там показал, я сегодня все утро смотрю, сжигает и с танками, и вертолеты убивают, и там ходу никакого нигде нету. А нам и не надо. Я сейчас подумал, если мы поедем в Анкару заглянуть, это столица Турции, а потом в Стамбул. А тут подрезали. Когда сдали паспорта, я там еще начал беспокоиться в визовом центре Новосибирска. А как же нам паспорта? Ну как, придут к этому времени-то? Как? Я выехал, ой-ой-ой. Как рисково-то мы делаем? А как по-другому? Другого выхода вообще нету. Пока не получили немецкую, эту шенгенскую визу, в английскую нам еще соваться-то. Это как раз содействует открытию, они там капризничают. Но у нас приглашение там на какое-то выступить, и хорошее приглашение, это евангельское. Ну вот, сидим, ну не сидим, молимся. Машину ну, ремонтируем. Риск большой, но он стоит того. Конечно. Это... Люди-то не просто так, а у нас единственное, что только Мадрид остается, Испания, совсем никакого известия нету. Ну, может, в последний момент, потому что мы туда поедем уже из Англии, если все будет нормально, как думаем-то, из Франции, там может появиться и адреса, и все, вообще ничего нету. Просто мы доезжаем до национальной библиотеки, и на этом все.
продолжаем на Португалию. У нас нигде никакой закавыки нашей нету, никакой нету. Между нами полное согласие. Документы вот эти вот застряли, ну, не наша вина. Настроение хорошее, машина, он вчера тут дежурил, сейчас больше часа, наверное, во дворе ждал Николая с машиной, но угнал и там под... надо что, по мелочи. Проверено, отцентрованное, там прошли эту геометрию, что там по колесам, двигатель, все, все проверили, заменили масло везде. Ну и... Ну это едете, в принципе, что там, там дороги хорошие везде, да, погода хорошая. Да. Ну нет, ничего, и настроение хорошее, здоровье хорошее. И молимся, и препятствий внутренних нету. Нету, мы просто едем с радостью. Так что, как в прошлом году один пришел, вот видите, вы на Афоне не побывали, вас Божья Матерь не допустила. Я говорю, а на счете Божья Матерь-то по утрам обедает с тобой, что ли, и тебе сплетни собирает? А кто-то узнал, что Божья Матерь-то не угодно. Ну давай, в первую очередь. Ну, другие-то ездят, ну да. Но я монах или нет? Ты спроси, я-то хочу туда или нет? Ты меня не спросил и сосватал. Я туда и не хотел. И там делать мне нечего, разговаривать не с кем. Там, который мой брат Аким был, они молчат ни за обедом, ни после обеда, ни в дороге, нигде, ни за... А мне зачем они нужны? Я только для одного, чтобы встретиться на проходной и подарить книги. Да еще неизвестно, что они с ними сделают. Подарить хотя бы Новый Завет, там, симфонию. Она, может, им век не нужна. У него настрой другой. А то Божья Матерь не допустила. А нынче, если я иду, допустила, тогда что? С Божьей Матерью знакомство завел. Я каждый день ей молюсь. И вот решает уже заранее, допустил Бог, не допустил. Тебе мысль добрый Бог не допустил в мозги. И вот это я вижу хорошо. Надо научиться во всем видеть промыслительность Божию, которая не на один день, а намного дальше. Ну это да, чисто монашеские, чисто афонские такие выводы. Ну да. Человек, может быть, даже и был там, и он такой, нигде, никогда не был, и ничего не надо ему. Я говорю, ты слышал заповедь Божию? Идите и проповедуйте. Да почему сидишь дома? Дома-то ты сидишь. На пенсии сейчас. Чем занимаешься? Сестру думал обратить, а она судима за убийство была после этого. Так? Это не годится. С учительницей вместе были, ее убили. А он сапожник, он ремонтирует, и не знаешь, что с убитой туфли-то ремонтирует-то. Дальше, ее дочь вырастает, теперь все силы ты бросил на дочь, ей, на нее работаешь. А она кто? Она с уголовником, и дальше сама получила срок и сидит. Второе неудачное тебе пример. Третье, это уже внучка сейчас. И она опять же выходит за уголовника, который освободился, рожает дитя, ему дала, и все, он водится, сидит. Ребенок маленький, соски кормит. Да тебе ли этим заниматься-то? Или что ты, не женился, тебе охота женским полом возиться? Да я сижу с младенцем. А она где? Она гуляет в это время. И для этого ты жизнь прожил. И все, наряжал их под монашество. А они, ну, ясное дело, что не благовестник, и Евангелие-то не на первом месте. А тут еще стал дальше копать, там умерла. А моя мама, вот стоим у батюшки на крыльце, а моя мама, она здесь, как здесь? Что-то я ее не вижу даже. Чего ради? У него, кажется, языческое представление-то о всем. А что, упрямство? Это я просто по примеру сказать. Мы должны рассмотреть, что Бог повелевает. Я конкретно говорю. Вот сейчас коснулась тут, в интернете заходит. Вы верите, что Бог будет судить? Вот на днях только с одним разговаривал. Последняя запись, которая у меня была. Вот. Щебан. Щебан. Ну, если судить, Бог будет по Библии, там все вопросы отпадают. И мне все эти решения, Дамаскины-то, они на 105-м месте не могут быть. Откуда вы решили, что Бог будет судить по Яну Дамаскину, а не по Библии? Слово, которое я говорил, оно будет судить. Мне этого оказалось достаточно. 52-й год я на этом живу. Я сразу понял, маршрут надо менять. Программа заряжается другая. Прежняя стирается. Слово его, все. Вот в него я вгоняю, по нему меня судите. Где я свильнул, где ушел, я сразу стану на колени. Но ни один нигде, ни один архиерей, никто. Как огня боятся. Значит, ну, даже следуя, если следуя Писанию, мы часто встречаемся с противоречиями. То есть, где должен нам подсказывать, Дух Святой подсказывать должен. Как вот не ошибиться? Ну, как не ошибиться-то? Ты не один? Я показываю четыре вопроса, которые ты должен ставить.
Первый вопрос. Что ты ищешь? Временного или вечного? Небесного или земного? Ну, ответить-то можно все равно. Вот ты хочешь сейчас быть здоровым, встать и пойти гулять, прыгать, нырять. Ну, что в этом ты ищешь-то? Ну ладно, просидел ты вчера день на берегу, позавчера неделю, год. Ты ничего бы не сделал то, что ты сейчас сделал. Ты являешься примером мужества для, может, миллионов людей, как этот вущечник, без рук, без ног. Так он без рук, без ног везде бывает, выступает, а ты-то больше того, ты лежишь. Ты лежишь, и тебя надо лечить от пролежней. А у него-то этого нет. Он все делает, ныряет, купается, борется, выступает. И так еще откроется перед Богом это, что страшнее, важнее. Который родился парализован, он знать не знает радости этой жизни. И вдруг полностью все потерять. Это тоже надо учитывать. Это мы плотским умом доходим до этого. У Бога-то там другое еще учтено. Как на твою болезнь влияют родственники, друзья, как ты на это реагируешь. Как ты шлифуешь свой характер. Тебя по-другому нельзя исправить было. Как только вот заключить, связать и положить. Ты так начинаешь рассуждать. И Бог нашел тебе те таланты, которые только на спине будешь отрабатывать. И все. А я не согласен. Ну и дуйся, не согласен, пока не лопнешь. А когда согласен, у тебя всегда радостно. Вот сейчас пришла мне одна, у нее неприятность такая. Муж ушел там. Ну, она не наше общество, но хорошая женщина. И она... Ну, расположено прям, не знаю как. А ей прислали материал, я его могу вам показать. Исследования идут. Вот перспективная такая персона, вот успешная женщина, что за этим есть? Но мир-то движут не успешные, а милостливые, сострадательные. Это самые счастливые люди. Я сразу говорю, так вы мне материал-то зачем дали этот? Вы знаете, что я самый счастливый? Это разные-разные люди, там профессора и каких только нету. В интернете на меня выходят и с другими делятся. Мы более счастливого не встречали человека. Меня считай счастливым, пугало огородное. А почему? А я нашел у Чернышевского. Счастье тем больше, чем больше мы счастливы, наше счастье. Оно от этого увеличивается. Вот и все. И ответ простой. Вот так вот вернемся вот к противоречиям. Я с людьми вот часто сейчас говорю, опять же, по Библии, о десятине там, вот, и вот такие вот у людей противоречия, я уже взялся историю, взялся исследовать, что десятина-то всегда во все времена была, ее отменили во времена революции, а Сталин уже добил ее десятину. Вы спросите, почему в Киеве первую церковь, которую строил князь Владимир, называл десятинная? Да. Ну что доказывают? То, что монахи это все-таки донесли. Откуда он, язычник, знал бы это? Он не знал этого. Он взял-то откуда? От первоистока. А те-то откуда взяли? Ну, слово десятина, ты посмотри, где оно у безбожников? Понятия никакого нет. Я первый раз, когда прочитал о посте, Великий пост у нас перед Пасхой, Иоанн Златоуст говорит, ой-ой-ой. Думаю, надо же, я же это слово знаю. Десятину Бог, говорит, потребовал. Сколько дней? 365. А половина, а десятина, ну 36, запятую поставь, 36 с половиной. А что 36? А вот 7 недель. В каждой неделе постных 5 дней, 5. А суббота, воскресенье разрешается масло. 7 и 5, 35. Одна суббота, говорит, во всем году постная. Плюс перед Пасхой какой, 36. И полсуток как раз Христос воскрес, 36 с половиной. Бог говорит, требую десятину. Ой-ой-ой, вот это точность. Ну а опровергать как, когда это действительно так? 36,5 дней постных в Великом посту. Десятину Бог затребовал. Она случайно? Да слишком уж случайно, это даже до половинки ровно. Вот раньше люди платили поголовно десятину, и при том они Писание совершенно не знали. Да. Но они шли и отдавали, как сегодня вот налоги им государство платят люди, как раньше десятину платили. А почему сейчас в людях не умещается вот эта десятина? А вот почему, отец, очень легко рассудить. Потому что люди эти захожане, даже не прихожане. И с них он взять никогда не сможет никакой десятины. И разговаривать даже не будет. Поэтому купля-торговля, я тебе, ты мне. И поэтому ему надо сделать как можно дешевле, продать как можно дороже. И поэтому накручивается 2,5, иногда 1000% с детальки, со свечки. А потом ее перепропадают еще несколько раз. Жулье. Одна десятина, устранили ее, дальше вползло все остальное. Вползло то, что Бог единственный раз за всю земную жизнь порол бичом. За то, что нет десятины.
Да, а там нет про десятину. Ха, а торговля-то откуда? То десятины нету. А десятина была, торговля-то она и не нужна. Потому что десятина, 10 человек, если есть у тебя в общине, уже все, тебя прокормят. Ну, ты один из них, тебе полная десятина будет. И что интересно, 11 платят, 11 колен. А левийное колено-то, когда Бог делил, землю всем дал, а левийную колену не дал ни гектара. А почему? А вы распахиваете сердца людей. Вы там засевайте Словом Божьим. Левийную колену Бог не дал. А теперь 11 колен дают, допустим, ну по десятке, сотни всем. Поэтому у всех остается 90, а у него 11. Если у всех-то по сотне было. Так-то, а дальше говорит, и отдавай десятину из десятины, он-то должен тоже отдать. Как все вымерено, с какой точностью. Зачем бы так много о десятине говорило, и проклятием вы прокляты, вы обкрадываете меня. С какого момента это проклятие ушло? Никогда его никто не снимал. Нигде. Ну а почему вы решили? Да потому что Бог ее возвел в полную сотню. Продавали имение, к ногам апостола положили. Почему ты нигде не поминаешь-то? Покажи мне сегодня, кто продал свою там машину или дачу, и олигарх какой. Да хотя бы десятину отдайте. Почему никогда не говорят о Тавита 1.8? Я платил всегда 3 десятины. И говорит, на что они шли? Открой Тавита 1.8. Вот и все. Все сокрыто. Поэтому проклятая торговля – это замена десятины. И поэтому, если сегодня десятина, что он возьмет с бабок-то? Какая там десятина? А он осветил, пошел, крещение там, за все деньги везде идет. Мамона царствует. И поэтому это торговая точка во имя покрова Божия. Вертеп разбойников во имя святителя Никола. Маленько переименовать надо это храмы. А то храм во имя царственных мучеников. Вертеп разбойников во имя царственных мучеников. Так называйте. Как Господь назвал. Храмом наши места, где мы молимся, Христос не называл. Он назвал вертеп разбойников. При наличии торговли. Ну, апостол Павел, когда сказал о доброохотном подаянии, что он имел в виду? Добровольное. Добровольное. Доброхотно дающего. Но это десятина же здесь не учитывалась. Десятина само собой. Десятина... А это же для Иерусалима. Собой. Для Иерусалима он собирал-то. И поэтому люди жертвовали не десятину. Продавали, что могли. Потому что главное, мне наказали одно условие, чтобы я помнил нищих. А дальше он поясняет, нищих в Иерусалиме и в Иудее. Не просто нищих. Я старался это выполнить. А кто у нас прошлого года? То есть они уже собрали деньги, деньги лежат, приходи, бери. А будет много денег собрано, и я пойду с ними, чтобы не стыдно было. Я не знаю, о чем торгуются-то. Ты для Бога делаешь и для кого? Или для попа? Разговор-то идет о мамоне. Не можете служить Богу и мамоне. Поэтому служение ваше мамоне, вы мамону вынесли храм, теперь я тебе, ты мне, все за деньги. Это все симония. Грех, который исторгает из сана священника, епископа и патриарха. Это один из самых страшных грехов симония. Вообще беспрекословно сан снимается. А они все симонисты. Это последователь волхва в этом вопросе, Симона. И они еще смеют говорить там, где десятина. Они должны падать и молиться. Святая десятина. А то ты спроси сегодня, которые ходят в храм, кто не работает в воскресенье? Совсем не работает. Знаешь, что он посвящен другим делам. Ты увидишь, как многие работают. То график скользящий, я говорю, скользящий, так и не говорите. В ад. Господь, ты посмотри, 10 заповедей Бог дает. Исход 20 глава. Не прелюбодействуй, одно слово, не убей. А когда говорит о субботе, вот такой пакет. Вот посчитай слова, сколько там все остальные 10 заповедей войдут. Как ее надо исполнять? Кто? И вол, о быке даже заботиться. И раб, и раба, и машина, и колеса, все должны отдыхать. А зачем это? А Бог отменил ее. Ну тогда покажите, где отменил. Это ветхозаветнее. Было тенью будущих благ и указывало на покой, который мы обретаем во Христе, когда Он воскрес. Воскресение. Иначе она смысла не имеет. Смысл в субботе, но еще есть субботство для народа Божия. Покой, где мы пришли? Покой во Христе. Ты открывай все места Писания. Ведите к рогам жертвенника жертву, вяжите вервями. Сей день сотворил Господь, и же сотвори. Возрадуемся, возвеселимся вон и. Где? 117, Псалом, 24 стих. Какой день? Возрадуемся. Бежите вервями жертву. Ты слышал или нет? Христос связанный-то. А где он? Ну куда он? Он
Он трудится. В субботу он в преисподней проповедует, а в воскресенье покой наступил, он воскрес. Женщина, когда рождает, терпит скорбь. Но когда родит, не помнит себя от радости. Когда родился этот мир, церковь? Где родилась? В воскресенье Христовом, Голгофа, это один момент. Оно неразрывно. Где Голгофа, там и воскресенье. И что? Ну ничего, то, что радость, великая радость. И эти дни посвящаются посещению нищих, занятиям, богослужению, пойди на лоно природы. Делам, которые ты в обыкновенные дни, говорит, не делаешь. Не делаешь тоже в обыкновенные дни. Это заповедь. И они поэтому трясутся, когда видят это. Против десятины воюет только вор. Вор, он вор давно, и он захрясший такой. Твердый, из него влага, смирение, все улетучилось, и эта грязь превратилась в камень. Это толкование Виссариона, епископа. Вот и все. Я в интернете часто встречаю проповеди, где священники так вот затрагивают все равно десятину, говорят о десятине, но прям с такой робостью, с какой-то стыдом, с каким-то, со стеснением, что их осудят, там боятся говорить о ней. Только поэтому. Это боязнь. А почему я не боюсь об этом говорить десятине? Потому что они знают, что десятину собирает для себя в карман, и теперь будет драть и проще. Они боятся, говорит. А если он живет и лишнее отдает, его видят. Перебиваются дети, учатся. Нормально, чтобы жил-то. Почему он должен бедным-то быть, священник-то? Беднее меня он все равно не будет. Ну и радуйся в Боге. Он боится. Только поэтому. И при том знает, что платить не будут. А у него доход-то 95% с неверующих, которые приходят, захожане. Освещение офисов там везде. Это все у него платное. Все. Которые не платно, таких я не знаю. Даже одно мне священник один говорит. А вы знаете хоть одного епископа? Я думаю, что ж такое за епископами, чтобы я не знал-то. Думаю, встречать. Который, когда едет, допустим, ну, на посещение, едет по епархии, чтобы он не делал поборов. А обдирает полностью, как голую. Нечего, священник один продал даже, что у него было, все продал, чтобы только заплатить. Он, иначе сниму тебя, не где-то в Алтайской епархии. Священник это живой отец Павел Ермоленко. Я называю камень на Оби, Алтайский край. Я говорю, я знаю. И что, когда он приезжает, и покормили, и все? Ну да. И совсем не требует денег? Нет. Интересно. А кто это такой? Я говорю, Евтихий Курочкин. Богоявленский собор, город Ишим, Тюменская область. Сейчас он на покое. У нас он был более 13 лет епископом. У него носки даже рваные. Да, вернее сказать, нет носков. Он без носков. Он выбросил их. Вот и все. Он с нами вместе. Я пошел пасти, он со мной пасет. Мы целый день на соломе валяемся. А было крепко заело, и он грозился там батюшку запретить, меня отлучить. За что? За материал о проповеди, о войне, что не воевать. О русском слове, там, это, к истинному православию, там все у меня написано, что за русский язык я. Я потом успокоился, сам давай переводить. Там один пишет, Черкасов Георгий, писатель, а он как бы в каком-то колене, там четвертом, мне даже родственник через сестру там. Вот. Как же так Лапкину удалось сломать-то епископа-то? Перевести на свою сторону. Это такой вопрос, по которому епископы не двигаются. А он полностью за русский язык. И давай там акафисты переводить на русский язык. Молитва. Притом, когда он сказал, чтобы 3 года нигде не выступали за русский язык-то. 23 мая сказал. Мы поклонились, благодарим владыка. И на 3 года мы замолчали. Когда она не нападает, я молчу. А почему не отвечаете? Обет молчания. Как только 23 мая через 3 года пришло, мы сразу флаг выбросили. И флаг не белый. Российский, божественный. Владыка, 3 года кончилось. Мы делали запрос в Синод, и везде все склинули на вас. И поэтому у нас служба идет на церковно-славянском языке. Но! Вы видели, где наше богослужение. Но где библейское, не поется при том. Если поется библейское, у нас тоже по церковно-славянски. Мы же идем самым щадящим способом, как говорится, по экономии. Мы только библейское, только ветхозаветнее чтение по Риме, Евангелие. И вот. А где поется, там благослови душа моя Господа, или когда поются блаженные, нищие духом, это все по-славянски. То есть
Нигде даже не заметно. И когда приезжают, вот сейчас служили священники патриархийно у нас-то, они даже и не заметили, прокатились. А здорово, как у вас понятно-то. Ну, вот то я одно. А вы боитесь. Я сказал, я знаю такого епископа. Но батюшка его же не оставляет голодным. Батюшка едет, ему отвезет, что надо, и продуктов, и всего, и деньги. Вот и все. Не знает такого епископа. А нам Бог такого дал. А вот сейчас делают плату, объявляют, вставляют. Как благочинный в городе Ишиме Богоявленский храм. Коркинская, кажется, 42 или 52. Составляют прайс-листы за требы цены. Вот, и оправдывают это. Как на это вообще смотреть? Как на безумие. Как на лихоимство. А то теперь они не берут, а написано «добровольная жертва за крещение 340 рублей». Ой-ой-ой, добровольная жертва. Она потому и добровольная, что нет ограничения. Я могу давать, могу не давать, могу копеечку положить и сказать «разделите на двоих». Главное, что отвечать? Да отвечать зачем? Вот они на тебя нападают. Вот у меня другой раз говорит, они напали, там, а как отвечать? Я говорю, в первую очередь ты реши один вопрос, стоит ли отвечать. Вот ко мне приходят вопросы, там, ну, если вы на форуме это бываете, видите, вопросы, которые задают Игнатия Тихоновича, на которые люди ждут ответа. Там тысячи, я не на все отвечаю, бывает, я вижу, он городит ерунду, и отвечать ему не, это полемика. Я один раз ответил, он снова, я отвечаю, не искушайся. У меня один священник стал спрашивать, а Дух Святой живет, нет в мощах, или Христос живет в мощах, я ему говорю, не искушайся, батюшка. Не спешайся. Вопрос решен. Я тебе сказал, что я чту мощи. Я их чту. И чем? И я хочу, чтобы над ними не издевались, не резали, не кромсали, не фаршировали. А выполнили повеление Божие. Прах, прах. Не то, что почитайте. Я одному показывал видео. Я говорю, смотри, он икону с мощами целует. Да. Я целую, где приехали мощевики, там иконы везде, я везде поклоняюсь и почитаю, но в душе скорблю, что над ними издеваются. Нигде, ни в одном месте Христос не сказал выкапывать мертвых, а сказал мертвым оставьте хоронить мертвецов. То есть, которые хоронят, это уже мертвецы. Так это еще даже неизвестно как. Я когда был в тюрьме, меня спрашивают, а вы уголовный кодекс знаете? Я говорю, ну считал. А 505-ю знаете, уголовная статья? Я говорю, а такой нету. Ну нету, а она есть. Я говорю, какая? Когда людоед съедает людоеда. Людоеда съедает. Но это уже ради смеха. В голове-то маленько, наведи порядок, ревизию проведи, поскобли маленько. Прежде чем кого-то наставлять себя, проскреби, как Солженицын говорит, по хребту-то маленько, проскреби себя, поцарапайся. А Расул Гамзатов говорит, никто не знает, где у меня зудится, как я сам. Я беру-то мирское, но... А он протестант. А почему? А он говорит, лютером пользуется. Я говорю, а где? Спросил. А вы ссылались на него? Ну, покажи, где я ссылался на него? Не может показать. Ну, я тебе скажу. Лютер сказал, в мире есть одна книга, Библия, личность Христос. Ты не согласен? Я эту фразу и привел Лютера. А он лютеранин. Ой-ой-ой, балда в башке. Ну, хорошо сказал, очень сжато. Ну, неужели Лютер могу одобрять, что он монах и женился на монашке, 6 детей нажил? Что он отпал от церкви. Увлек в заблуждение такое. Но он перевел на понятный немецкий язык. Это же дело так. Они чтут его, как не знаю какого праведника. Лютеране-то. Только за это. И сегодня сколько не переводят, а перевод лучше его не могут сделать-то. Как он Джеймса, перевод короля Джеймса-то. Ну не он и переводил, а при нем. Переводят теперь на английский язык разные. Как сейчас лучше синодального-то никто не переведет. Это Бог открыл, и на этом все. А вы так судите, как будто знаете. Я знаю людей, которые на этом языке обратились к Богу. И на нем продолжают печатать. Вот сколько сейчас не издают новых заветов на русском языке. Патриархия всегда издает только на этом. За рубежом только синодальное. Дореволюционное только синодальное. Сектанты переиздают только синодальное. Католики переиздали Библию Брюссельскую только синодальное. Лопухина только синодальное. Тебе что еще доказывать-то? Что умничаешь-то? Ты легко расстаешься с синодальным, потому что ты его не знаешь и не помнишь. А если я его знаю, цитирую, попробуй мне изменить что-то. Перевести, говорится, как на машине, кто привык, там это правое движение, а теперь левое ему сделай, что из него получится. Он на первом повороте попадет под машину. Я потому и ценю его, что я через него обратился. Еще в атеистической литературе я к нему привык, к этому языку.
Вот так. Мы собираемся. И собираемся с духом. Я хожу и молюсь, Господи, что сказать там-то, там-то. Главное сейчас вырвать паспорта. Я прямо говорю, Господи, верни нам документы через это. Но... И покажи, почему это так они. Хотя они выходят из этого графика только сегодня. Я уже заранее бью тревогу. Потому что дальше выходные и понедельник выходной. И нам уже разбираться некогда. Поэтому я сейчас прорабатываю все варианты, чтобы мы могли получить. Главный момент опасный, когда они высылают, а мы в это время выехали. И поэтому я сейчас блокировать пытаюсь через Москву и здесь подготавливаю все. Никто этим не занимается, мне приходится. Николай занят, Виктор учится, ну и по Сеньке шапка. А где же они, по какому они адресу там находятся? Ну, мы посольство-то, да посмотреть надо даже. Сейчас я не назову, Смоленский какой-то. В Москве, только в Москве. Но я не знаю, куда отослали, поэтому я узнавать-то узнаю, но должен дословно узнать здесь. Может быть, они в консульство отсылают. Ну, везде говорится о посольстве, но утверждать не могу. Поэтому я отложил всякие движения, звонки до встречи в визовой службе города Новосибирска по Великобритании. Я думаю, это правильно. Еще стучаться, когда не знаешь. Мы в Новосибирск приехали по адресу который-то, а там даже афиши нету сорвано. Мы кое-как узнали, говорят, они переехали. Так еще же они не поставили в интернете-то, а я по городу блуждаю теперь, Карла Маркса. А потом кое-как узнали, где в другом, Сибирская, 57. Теперь туда. Так что все это у них как-то подвижно. Меняется все. Я узнаю, там уже точно у них. У меня адреса все записаны. Я целую папку на них держу, так что искать-то легко это. Я уже работаю по 15-му году сейчас все. 14 для меня это уже год такой, который как бы решенный. Книги ушли. А если паспорта не отдадут, то сразу начинаем работать по северу, по югу. Первым делом я загружаюсь сейчас и сразу начинаю к югу иду. Вот если как у нас намечались, и первое это вы, у вас остановка. Тут мы насладимся встречей. И дальше я еду в шахты, а там уже Марьясов на пути где-то встречать будет. Ну, а дальше уже выставили нам, как ехать куда. Ну, паспорта нету. И поэтому, если мы будем там ходить, а паспорт придет, ну, кое-что потеряем, там, 2-3 дня. Ну, 2-3 дня-то я где-то сокращу. И... Англия там, надеется, 5 дней. Но я еще не знаю, эти дни входят или не входят в Шенген-то. Где там встречаться, там я... Что там буду сидеть? Одна встреча, библиотека, я до свидания. Я не претендую ни на храмы, ни на что. Начинает говорить, да священники решили, там вот говорят, тогда отойдите от них. А вот католики хотели бы с вами встретиться. Ну, мне-то разницы никакой нету. Я смотрю на человека, католики. Я нахожу хорошее везде, а вы у себя не видите. Сейчас вот у меня на форуме, я почему говорю у меня? Ну, потому что слежу за этим. Вот они сцепились о канонизации Сталина и Гитлера. Ой-ой-ой. Там уже и забыли про Гитлера, а уже другой. И вижу, что который доказывает, он верит в хилиазм. Тысячелетнее царство будет когда-то. Не верю, что оно началось на Голгофе. А это доказывает в течение, ну, полчаса я полностью выведу на 100%. Почему? Это учение церкви. Учение Андрея Кесарика Подокийского и в Откровении. И оно не противоречит ни одному месту Писания. А здесь сначала праведники за 1000 лет. Это я знаю, откуда это учение, оно давнешнее. И когда говоришь человеку, они не понимают. Я должен, а он спорит, не надо, я тебе возвестил и все. А я вот не согласен. Но это твой выбор. Я тебе сказал, я отдал все, больше я ничего не могу сказать. Как Исаак Ньютон сказал, гипотез не сочиняю. Я не сочиняю нигде. А где вы увидели это? В каком томе у Златоуста? Ну, показал один раз. Теперь спрашивает, а где это у Василия Великого? А теперь сам ищи. Отвечаю только на один вопрос, потому что ты у меня не один. Ой, вы какой гордый. Я вот от вас только узнал вот такую теорию о царстве тысячелетнем. А раньше я тоже думал, что после суда начнется царствие. После суда. Очень просто. Прямая линия. Мировая история. 2000 лет назад. Голгофа.
Воскресенье, это один пункт. И вот здесь начинается тысячелетнее царство. Ну а как узнать, где оно? Я говорю, вы считали Откровение 20 глава 4 стих, исковал сатану на 1000 лет. Ну да. Так вот, давайте теперь рассуждать. Сковал на 1000 лет. Мы не знаем, когда 1000 лет кончится, но сковал именно в момент, когда сковал, началось тысячелетнее царство. С этим согласен? Ну, так написано. Ну, теперь давайте, мы о тысячелетнем царстве ни в одном месте Библии не написано больше, нигде. Поэтому ссылаться на что тысячелетнее нету больше в Библии, ни одного места. А что сковал, связал? Ты согласен, что сковал и связал одно и то же? Ну, да. Ну, во всех языках там связал. Ну, так вот теперь надо узнать, когда он его связал. А раз связал, значит, мы же договорились, что подписал, ты распишись, что где связал, там тысячелетнее царство. Связал на 1000 лет. Что тут доказывают? Это когда начало тысячелетия, момент связывания. А где? Послание святого апостола Павла к Евреям 2.14. Как дети причастны плоти и крови, мы, то и он, Иисус, воспринял. От кого? От Девы Марии. Он и такие же, кровь и плоть, точно так же было у него. Зачем? Дабы смертью своей лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Да где он лишил силы? На Голгофе. Где? Смертью своей. Смертью смерть попрал. А он кто? Он владыка смерти, имеющий державу смерти. Ты считал? Считал. А теперь, когда мы считаем 16 глава Матфея, говорит, как может то расхитить вещи сильного, если прежде не свяжет его? Христос сходил в преисподнюю, да, на земле расхитил, да. Когда он расхитил? Ну, когда умер, освободил. Так он связал его или нет? Да как же, сатана, воины, Гитлер. А ты закрой глаза, ты Библию сначала научись понимать. Сатана имеет власть над теми, которые подходят к нему. А зачем ты можешь избавить от лукавого, если он и не избавляет? Так избавляет или нет? А я все время молюсь, что он все время избавляет. 16:20 римлянам, и сокрушит сатану под ноги ваши. Сокрушает или нет? Это места, все писания говорят о том. А почему? Да потому что вы воскрешаете сначала праведников за 1000 лет, тысячелетнее царство, а грешники, потом будет общее воскресение. А это антибиблейское. Все воскреснут. Праведники воскреснут не за 1000 лет до последнего дня, а в последний день. И этих мест только Евангелие от Иоанна, 6 мест Писания. И я воскрешу его в последний день. Кто ест плоть сына человеческого, будет иметь жизнь, и я воскрешу его в последний день. Кого воскресит? Кто причащается. Последний день какой? За последним днем что? Последний рубль, последняя капля воды выпил. Последний день в году календаря. Ну, слово последний ты не знаешь или не знаешь? А теперь оставьте расти вместе до жатвы, плевел и пшеница. До жатвы. И потом скажу, выберите плевел. Плевел, а вы пшеницу выбрали за 1000 лет раньше. А оставьте, вы противники Евангелия, антихриста настоящие. До жатвы. И как говорит, невод заброшенный подтаскивает к берегу, так будет последние дни. Вот так Господь и подтянет невод, атомная война, там что. Что непонятно-то? Нигде по-другому в Евангелии этого нету, нигде. Так а 1000 лет... Тебя смущает это? А почему ты, когда считаешь живые помощи, не говорит, падут против тебя 1000 и 10 000? А если 11 000 уже не падут? Почему ты не привязан? И в 1000 родов, говорит, благословение. Да где 1000 родов-то? Ты посчитай, если до 20 лет брать, за 20 лет брать один род, это 20 000, а их 7,5 всего прошло. Еще третью часть не прожили. Да, понятно, что мир уже подошел к концу. Но 1000 означает много, много. Много, это много. У Бога так, именно так. Смысл-то тебе понятен теперь уже. Еще доказать, еще полчаса не прошло, все стало. Ну давай вопросы. Да как же наши братья? Да никакие братья-то. Разбойники, это ты их слушаешь. Кого-то братья. Братья должны по Евангелию идти, вот это братья. Ты если верующий, я тебе сказал, в тебе все это должно войти. Почему? Библия. Толкование святых отцов. А церковь понимала когда-нибудь иначе? Никогда. А какие же вы православные, буровите, что попало? Это православное учение. Ты открой Ефрема Сирина на эту тему, Иринея Леонского, Иерапольского папия. Ну, а до того, как Христос связал сатану, какая у него власть была? Полная. Полная, Златоуст говорит. Весь мир поклонялся идолопоклонству было. И принося жертву идолам, они приносят бесам. Этот Павел говорит, бесам. А теперь капища рушится. Теперь выступило воинство Господне. Избранные Божие, сосуды Духа Святого. Ибо ни одного на них еще он не сходил, говорит. Сходил. И теперь, как дам власть наступать на силу вражи, дам власть, Христос говорит. Значит, она еще не была дана.
Ну, он говорил, говорит, дам власть на змей скорпионов наступать. И теперь победа будет за вами. Была власть, да. Была Русь, а где пришла? Ну, мы считаем. Иоанн Златоуст это подробно описывает, как весь мир был пленен сатаною, и как с воскресением Христовым наступила новая победа над дьяволом. И он ничего не может сделать. Считающий житие, как Киприана Карфагенского и Устины, какой был колдун номер один во всем мире, это не Кашпировский. И Бог его избавил. Ну да. Мы понимаем так вот превратно о том, как связал Христос. Нам кажется, если связать, так уж по полной программе, чтобы освободить человека от искушений. А тут же совершенно плохо. Связан, это означает, не имеет силы. Силы. Он не может. О девственности разговора не было в Ветхом Завете. А в Новом Завете, говорит, их тысячи девственников и побеждает и давит дьявола по самому трудному вопросу. Вопрос половой, как Фрейд говорит. Надо маленько смотреть Писанием. И оставьте расти, когда они говорят, давайте мы выберем плевелы. Они не хотели сначала пшеницу. А хилиазм, то есть вера в тысячелетнее царство, сначала Бог воскресит праведников, и тысячелетнее царство наступит. Еще вы говорите, буровите. Так когда написано, оставьте расти вместе до жатвы. И в последний день я воскрешу, в последний. А что такое пшеница? Праведники. А плевелы? Грешники. Так вначале плевелы выберите. У вас все перевернулось вот так. Вначале плевелы. А вы пшеницу сначала берете. Что говорить-то? В последний день. А мы за 1000 лет, а в каждом году 365 дней умножь на 1000. Вы ошиблись 365 тысяч дней. Немножко. Что? Непонятно-то. Мне, я не настаиваю на своем-то, но Евангелие, если это выбросит, тогда вы правы будете. Не путайте. Это я говорю противникам своим, не вам. Интересно, у меня один, я беседовал во Фрунзе, на дому у брата, и там были баптисты, хорошие, из отделенных. Ну, я это сказал, возражать ни один не может. Ну, как же так, у нас такие братья, вот они в узах сидят, но они также понимают, вот что тысячелетнее царство, ну что, узы братьев, не церковных, превышают слова святых апостолов, Духа Святого. И он тоже сидел там, один был против. Но уехал в Америку, они все уехали туда. И он где-то поехал в какое-то место такое пустынное, и он застрял. Застрял или там поломка была, сейчас не могу сказать, горюща вышла. И он кого-то там отправил, а сам остался. Остался-то не один день, далеко. И он, говорит, ходил и все размышлял, и пришел на память, что Игнатий говорил. И я подумал, да как же мы проповедуем, что тысячелетнее царство-то? Так это же вместе должно быть. Вместе воскреснуть-то. И он там, сидя на машине, там обратился. Там, в Америке, один. Вот где семя в гробнице фараоновой лежало. А теперь его нашли, посадили, дали влаги, оно возросло. Вот где. А не так, что а ты говорил, никто не обратился. Не знаю. Не знаю. Вот мои пленки, которые раскатились, они все еще дают плоды. Новые люди приходят. А это было давно-давно. А сегодня, нынче вот какой-то год особый. Сколько руководителей сектантов пришли, стали православными и затребовали полный комплект книг. За все заплатили. У харизматов при том, вот что удивительно это. 10 лет был там пресвитером, ну уже пресвитером. Я книги выслал, сразу рассчитался и предварительно. И все это только я нашел на ваш форум. Зашел на форум, увидал, слушал. Я каждый день слушаю. Вот этот Юрий-то уж, про это вы говорите, Соболев из Красноярска-то. Я говорю, там все проповеди, которые на аудио, я их все слушаю. Только подумай о чем-то, где же найти... По порядку проповедь открывай, вы как раз про это говорите. Меня, говорит, все время это прямо сражает. Вот только что бы у меня не было, я сразу обращаюсь к вам, и вы прямо на это отвечаете. Я, говорит, это все подмечают. И на занятиях в университете, и здесь. Это моего там нет, я даже не знал, что вы слушали. Но я сейчас как раз говорю и про это. И слышу вдруг, говорит отец Геннадий на занятиях, но у вас более компактно, более, это, ну, никаких компромиссов нету. Ну, он грамотно, а я-то невежда. Поэтому у меня рубленое все, как у Феофана Затворника. Я сказал, на этом все. Цицеронова красноречие мне не свойственно. Когда надо, я могу такое рекой разлить, а ты не узнаешь, кто перед тобой.
Игорь, ну, у баптистов все же учение от православных. Да, кроме... Что же они утверждают сейчас обратное, что вы, они говорят, ну вы говорите, баптисты, говорят, настоящие, вам бы отказаться от мощей, да, от иконы, вы будете баптистами. Да, да. А вот это все это, что он даже верит, если говорит, там, тысячелетнее царство, оно расхолаживает. Они говорят, церковь не будет страдать. Вот опасность только в этом. Они будут страдать, допустим, сказали, зимы больше в Сибири не будет. Я ни окна не замазал, ни дров не заготовил, а зима-то придет. Что со мной будет? Я же живу-то не в юге, не в папуасами. А вот когда говорим, что зима будет, и будет суровая по 50 градусов, а она будет только 30. Ну, я теперь двойные окна, тройные вставил, я ничего не потерял. И когда говорят, что церковь будет на земле, а они говорят, будет восхищена, то они потеряли все, а мы ничего не теряем. Наоборот, мы людей подготавливаем, печать будут ставить, держись, крепись, не сдавайся, умри с голода, пытать будут. А они говорят, нет, ничего, мы вознесемся, и не надо готовиться. Вот и все. А у них же, оказывается, вера такая, что они думают, после смерти человек впадает в такой сон, впадает до суда, спит человек. Они же так верят. Проспали все, брат. Они так думают. Пускай они так думают. Они так думают. А ты сейчас открой 5 глава, 6 стих Откровения. Я увидел души жертвенников, под жертвенником, которые вопияли. Вопияли, дальше слова. Доколе, владыка, святые истины, не мстишь за кровь нашу. То есть они знают, что на земле еще не отомщенная кровь их, кого НКВД расстреливали. Они знают. Поэтому мы им и молимся, что они знают. Они говорят, и пусть говорят, я отвечу только, что Писание, заблуждайтесь, не знание, не Писание, не силы Божьей. Матфея 22:29. Не знаете Писание. А сила Божия в том, что у Бога все живы. Живы. Мы приступили к духам праведников, 12 глава к евреям, достигшим совершенства. Они достигли. Притом праведников везде написано. В родительном падеже души, которые от праведников. А сами они, тело, прах идет в землю, откуда взят. Это Екклесиаст говорит. А дух идет к Богу, который дал его. Ну, это речь о смерти уже идет. И Екклесиаст, то есть Соломон это знал. Но у них был шоул понятие. А теперь они живы, и мы читаем в Откровении, они воспевают, 24 старца поют песни, снимают венцы, в руках у них гусли. Это все на страшного суда. Что тебе показывают-то? А 24? 24 это 12 апостолов, 12 пророков. Это все разъяснено и просто. Надо смирение иметь. Смирение доводить до совершенства. Так Господь сделал. А если Господь тебе не помощник, ты назови, кому ты поклоняешься, чтобы я знал, с кем разговариваю. С ними можно. Баптисты это почти православные, но они не в церкви. Нет рукоположенного пасторства. Один пункт. Только один. Ни два, ни три. Но так как на этом они захрясли, притом я говорю, возьмите своих старших пресвитеров, они их называют теперь вначале епископами, до этого никогда не называли, старший пресвитер. Ну и не нравятся православные, не нравятся католики, ну за это там инквизиция, там у них, ну Григориан Армяна, а так называется апостолическая, у них за ними этого нету. Ну пойдите к ним, пусть ваших старших этих пресвитеров, трех хотя бы рукоположат, а вы заново всех перерукоположите, и все, вопрос кончен, все. Не идут. А раз они не идут, отсюда я делаю вывод. Это самое больное место, где сатана заблокировал. Везде успех. Здесь нет. Но проблем. Они идут. Вот я вот думаю, такая причина, что они неправильно понимают само причастие. Они считают причастие за символ какой-то, символичное действие. Ну, а раз то непонятие церкви, рукоположение, то это и правильно. У них ничего и нету. Они рассуждают о своем, а не о нашем причастии. У нас, который ушел от них, военный следователь, у баптиста был. Он говорит, я вот считаю, он со мной уже беседовал, я ему Златоуста давал считать. Сейчас он священником стал, следователь КГБ. И он в собрании-то сидит, а по-баптистски-то верил. Отец-то у него был пресвитером баптистским. А он уже все принял православное-то. Встал и пресвитеру говорит, ну а как же написано, кто не ест плоти сына человеческого, не говорится, что символ, подобие. Это реальность. Ну, если вы считаете, так это так, только у православных. Он говорит, благодарю, встал, и жене говорит, Наташа, пошли. А он показал рукой пресвитера на Покровский собор, он недалеко, рядом. А это было на Радищево 67. Это сказал Толстенко Василию Федоровичу.
Я не скрываю это, потому что мне говорят, вот ты придумаешь, один советский товарищ. Я тебе говорю, в городе Тайшет, Иркутской области служит. Познакомься с ним. С ним говорить-то он, у него так и сохранилось. Военная дисциплина. Там у меня в интернете выставлено, у него беседуем на дому. Он интересно, когда были у него первый раз, вот вы все снимаете, ну до того я не хочу, это он снимает. И, ну, снимок один сделать, прям вопрос, а уже на видео он вообще не. Но вот мы доехали до Владивостока, обратно едем, обратным. Он весь народ, который мог, собрал к себе, и уже стоят на треножнике, все фотографируют, уже специалисты. Он разумно. Я говорю, ты для всех это сделаешь беседу, мы раздвинем стены. Понятно. Вот и все. Это пример для нас. Пример. Да когда меня на дому еще обыскивали, ну, увидели его там фотографию. Он постучал там. Было Никулин Юрий Михайлович. Подполковник еще был он в КГБ. Какого человека вы погубили у нас? На него погубили. Так он же живой. Живой. Это примерный сотрудник был. Дисциплина. А потом посидел, вот вам бы только у нас и работать, Игнат Тихонович. Такой порядок во всем, вы все это... Какую бы вы пользу нашим органам принесли? Я говорю, да я и так приношу, на мне работать, и вы такие звезды получили. У меня Беденко был Александр Семенович, он был майор, он стал генерал-майором в охране Бориса Николаевича Ельцина. Там целые отделы работали. КГБ должны меня, ну, в списках проводить своих, хотя бы пол зарплаты давать пенсионеру. Нет, ну вот они работали, а что вообще суд, к примеру, был, обвинительный акт, что бы там было вообще, на меня, такие обвинения? На меня обвинение в чем? Да. Архипелаг ГУЛАГ поддел. И брал репрессированных интервью и написал 2 стихотворения про Ленина. Стоит свой рот ощерив, по мету птиц подставив голый череп, вождь атеистов сонмище Иуд. А следователь написал, лучше счастье мыть памятники. Следователь ремарку сделал. Вот так. Ну вот такое дело. Но посадили меня, когда он ушел на пенсию. Он мне потом сказал, согласитесь, Игнатий Тихонович, что дураков у нас, у вас хватает. Я когда узнал, что вас посадили, я пришел, а он уже на пенсии был, и сказал, что вы делаете? Да какой же он вред-то принес? Ну, а им надо было показать, что работают, они работают. И как? Статья 190 прим УК РСФСР. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественный государственный строй. И дальше целый реестр, что я говорил, в России с революции было гонение на церковь, на верующих. А они пишут, никогда не было. Я говорю, было раскулачено, никогда не было. Это я. То есть, если я в это верил, то судить нельзя. И они говорят, Лапкин распространял вере в это, о гонениях, заранее зная, что их не было. Откуда ты знаешь, что я знал-то? Почему? Подвести под статью. Статья-то правильная была, заведомо ложных. То есть его нет, я выдумываю и распространяю. Зато судить надо. Но я-то верю в это, что было гонение-то. У меня же дело мое, оно на руках, оно выставлено. Для слова Божия нет уст. У вас книга есть, это там как раз как суд-то шел. Вот кто распространял, брал интервью, там Мария Лампин, вот сейчас Валентина Павловна умерла, это ее мама. Меня судили за дело. Я всегда вспоминаю, как моя мама принесла передачку там и сидела, а там же между собой-то разговаривают, пришли, и все, моего сына ни за что посадили, то, а мать посидела, о, баба, как вам тяжело-то, вот ни за что каждого, да, баба, это, ни за что, а мое-то за что, как, да мое-то, мой-то знает за что, я его благословила, и сидит здесь, да, сидит за что, да за слово Божие, на Евангелие проповедует, ну, расскажи, и она им там проповедует, неграмотная женщина, а мой-то за что сидит. Вот моя мать Мария Егоровна, ты, сынок, знал, куда идешь, когда пришла на свидание. Терпи все. Вот наказ матери. Я стал на колени, она руки положила мне на голову и благословила. Уже в тюрьме, на свиданке. Вот. Да, удивительно. Это все записано. И главное, следователь, когда допрашивал мою маму, и дописал свои слова, ее расписать. Она только расписаться и могла, еще считать-то не умела, тем более его каракули. И он написал, Мария Егоровна говорит, наш строй с
самый хороший во всем мире. Она эти слова-то не знает. Она неграмотна совершенно. Настрой самый хороший. Я Игнатию говорила, чтобы он не говорил плохо о нашем социалистическом строе. Ой-ой-ой. Ой, она ни одного слова не знает-то. И мама расписалась. Да, она расписалась. Когда раскулачивали, ну, наши не попали под раскулачивание, но конфисковали. Корова была хорошая. Их выводил-то сосед со двора, который... Так мать говорит, я догнала его и пнула под задницу-то. Пнула его. Ну, прошло сколько дня? 3. Их вызвали сельсовет в Корчино. И дали бумагу и распишитесь. Их посадили, что мы вас отпустили. Она расписалась. А после узнала, я корову отдала добровольно и расписалась. Впереди-то корова, а не про нее речь-то шла. Ну, еще спрашивает. Корова отдала добровольно. Я говорю, ты же отдала. Да не отдавала, я его пнула, этого родю-то Кондина. Ну, я сейчас скажу. А, мама... ну, а как она просвещалась? Вообще, вы говорите, она неграмотная была. А как она просвещалась? Сама. Стали показывать буквы. Я не знаю, насчитать-то научилась лет 55, наверное. А после этого приходит, прихожу к ней, а у нее 2 очков, очки на очки надеты это. Увеличит это. Она говорит, мухи прям лезут между очками-то. Ее никто не видел, чтобы она сидела праздно. Она все время считает акафисты, каноны, и считает, да еще с прогласицей так это протяжно. Никола чудотворец, моли Бога о нас. Желание. Интересно, мой отец тоже считал, но по буквам. По буквам, но он никак, мать-то, почему он Евангелие-то не считал. И вот считает, там было в газете написано «Панорама», а вот считает «Панорам». Как суслики «Панорам». Все разбегутся. Ой. И он это считает, а этот приехал, долго был Фидель Кастро, и фотографировался с этой, с Валентиной Терешковой-то. А этот дурачок-то с бородой-то, он давно тут околачивается. Он с бабой тут, он не женился тут? Ой, отец начнет рассказывать, как это. Он по-своему все это понимал. Вот, говорит, собирается воевать, говорит. А сейчас поехали, говорит, машину заправлять. Заправлять нечем. Ой, а если Китай-то пойдет-то? У нас один говорил, говорит, шурахнет пыльным мешком из-за угла. Перемораются все с испугу. И дальше опять начинает говорить. Вот они какие есть коммунисты-то, такие аглоеды, а сам оглянется-то, как у меня все отбирали они. А сейчас, сейчас они другие стали. У них ничего нету у самих. Я говорю, да Китай-то придет-то, он начнет, чтобы на него работали. Ну я же пенсионер. А пенсионеров они расстреляют и все. Так я могу пойти работать. А руки вот так нету, пенсионер, жить охота. Я пойду еще работать. Нам так смешно. Отец делал такие заключения всегда. Я думаю, почему он не на месте Брежнева? Память была феноменальнейшая. Вообще. Я написал «Комсомольскую правду». Там был Песков Василий Михайлович. Про животных писал, про птиц. Он говорит, мы этим материалом воспользуемся. Какая корова с каким быком гулялась, 5 лет назад все знал. 1000 овечек всех знает, какая от какого родилась. Вообще. С Китаем, да, мы сейчас вот расплываемся, обольщаемся, а в Китае-то уже вод пресных нету, кончились, даже вода пресная кончилась, они находятся там на грани, им земля срочно нужна. Им нужен Байкал, самое большое пресноводное озеро на земле. Так что на Китай опирается сегодня, что Китай вот так и так говорит, это обезопасит свои границы. С Китаем войны не должно быть. Потому что он просто зайдет, займет и все. Кого воевать-то? Он бамбуковыми палками переколотит всех пьяниц. Пьянь да дрань. С Украиной тут еще поважаются. Ну, мы еще молимся, чтобы был мир, любовь. А им это... Нигде мы не вмешиваемся, ни на Майдане, нигде. Но я только хочу сказать, что судить не надо. Вот они, бандеровцы, то другое. Ну, хотя бы узнайте, почему они такие. Я не говорю, что они правильно делают-то. У каждого пострадавшие деды и прочее голодомор устраивали, ссылали, ГУЛАГ. Ну вы в это-то войдите, покаяние-то в этом не принесено. А вот они такие, ну не за целость страны борются. А вот Луганск объявил, я не против, еще раз говорю, ну давайте не выборочно делать. У нас сейчас Алтайский край заявляет об автономии, вы дадите или нет? Даже с потрохами все сожжете.
Но мы хотим не с нами быть, не с Россией, а с Монголией. Мы рядом. Или хотим мы быть с Казахстаном. Еще дадут? Вы свое-то примеряйте к другому-то. А то отдельный город, отдельная область. Ну давай, сейчас Воронежская область хочет присоединиться к Украине. Разрешат? Референдум подстроить можно всякий. Ну, маленько додумать надо-то. Как, нельзя, как зулусы. И у меня ограбилось, он взял жену, корову, детей, это хорошо, плохо. А если я возьму, это хорошо. Дело в том, что они-то, у нас тоже, мы неправильно их понимаем, вот как вы говорите, да, у них же мозги, кровь у них совершенно другая, они к России не принадлежат, они не русские люди, они униаты больше, туда, к Польше, к этим, к румынам, но, они не наши. Согласен, но причину я не говорю, оправдываю или что-то. Ну почему, наверное, Бандера фашист, когда он сидел в фашистском застенке сколько лет? Ну почему его вы фашисты-то занесли, я о Бандере никак не могу понять-то. Почему Степан стал делаться таким? Ну? Потому что убивал жестоко. Они спрашивают, а Сталин как убивал? Ну вот и все, они спрашивают. Да Гитлер-то убивали-то те, которые нападали на них и прочие враги. Этот-то своих убивал всех, своих. Дворянство, священство, офицерство, все под корень, интеллигенцию. И ж такого Ленина-то не было, сейчас во святые тянут. Зюганов там за него стоит. Ну, маленько-то откройте глаза-то, покаяние принесите. Я еще раз говорю, не оправдываю никого. Но причину-то посмотрите какую. Даже этот убитый-то вот был. Убили они его-то, Николая мужичка, музычка-то, белый-то. У него три дяди, все погибли, говорит, в этом, в ГУЛАГе. Его сделали-то кто таким? А я к чему говорю? К тому, чтобы покаяние принести. А не давить до конца. Только об одном говорю, об одном. А вот меня спрашивают, а если бы ты был, вот раньше было, и вот, ну, раньше, когда я не обратился, вы бы где были? Да где был бы? Конечно, с Бандерой, с этими, отомстить коммунистам. Я даже минуты не был бы с красными людоедами. Это определенно четко. Но я христианин, и поэтому я смотрю, как сжигает, там, добивает, которые были ранены. Страшно смотреть. Я только молюсь и плачу. Я очень слабый в этом деле. Когда вижу страдания других, у меня внутренность сжимается. Надо уметь на весы истории класться. Ты себя примерить, где бы ты был. Я всегда не скрывал, я был бы с белыми. А с белыми, значит, западниками, как западенцы их называют, там, бандеровцы, фашисты, я был бы с ними. Был бы. То есть у меня все было, склад Савла. Но Бог меня встретил, осиял светом, в городе Венспилсе, на пути в море, не Дамаск. Я говорю о другом человеке, даже как бы не о себе. Я на себя смотрю, на умершего, давнешнего. Да, я понимаю, у меня именно то же самое произошло. Как будто вот до того, я не знаю, я его просто знаком с ним. Я говорю открыто, вот в чем дело-то, я не лукавлю. Вот мы говорим, а то мы выставим, я не скрываю, скажу, да ты бандеровец, конечно нет. Да ты за наших? Да, конечно, нет. А за кого ты? За правду, за Христову, за Евангелие. И все. Я молюсь за тех, я за Юлию Тимошенко молюсь. За Турчинова молюсь каждый день. За Яценюка молюсь. Еще ты мне в молитву залезешь или что? А что за них? Я за Путина молюсь. За Горбачева, чтобы не умер без покаяния. Все эти наши майданы в вопросе-то вечности, они никакой роли не играют-то. Ну, Господь сказал, что Валтасар будет убит. И воцарился кто? Царь Дарий, будучи 62 лет. Но ни Дария, ни Валтасара нету. И были у них приверженцы, которые держались за прежнюю власть. Никого нету. Их даже костей нигде нету. Теперь, ну они где-то есть. Это нужно было. Надо было просто согласиться, что наступил момент, Даниил уже видел. Он должен был Валтасар сразу выйти и сказать, я достоин казни. Гулял с блудницами, сосудов пил. И Бог положил предел. И сосудов из этих Горбачев не пил, которые церковные. Я легко доказываю, что Горбачев – это знаковая фигура в российской мировой истории. Так вы его поддержите, что Союз развалился? Не поддерживаю. Это мне сильно мешает. Я не в Латвию везде ездил-то, на Украину. Я, говоря Украина, я не мог отделять ее от России. Вот в чем дело-то.
Поэтому для меня Украина это мы единые. Даха западная. Для меня нет западных, не восточных. А они у униаты. Для меня нет этого. Повторяю, я широкого профиля христианин. Они униаты, греха, они избрали этот путь, но они находятся там, где есть рукоположение. Так они наши гнали, мы достойны того. Весь ответ. Геннадий Ильич, ну давайте уточним. Вот вы говорите знаковая фигура, да? Это означает то, что человек и родился, именно был предназначен для того, чтобы перевернуть все, да? Да. Кого предузнал, тех предопределил. Это апостол Павел говорит, предузнал. Я предузнал. Ну и возможно то, что человек будет спасен. Вот, как раз во власти человека. Иначе не было бы сказано, Матфея 11:28. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Златоуст говорит, зачем звать, если я на другое предназначил? Это в твоей воле, Бог это знает. И он назначил его к смерти. Назначил, Ниневия будет разрушена. Но она не разрушена. Почему? Покаяние принесли. И почему он так огорчился? А я говорил, она не разрушена, еще 40 дней разрушена. Теперь, говорят, ходил, жил пророк, говорил. И он-то думает теперь о том, самому выглядеть надо пророком-то. И один червяк его обличил, об одном растении пожалел. А Господь говорит, как не пожалеть 120 тысяч, где левое от правого не отличают. Нужно категориями Святого Духа мыслить-то. Ну, я выражаю слово категория не евангельское, но чтобы понятно было. То есть мыслить... Нам говорят, у нас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Чтобы понятно было. Вот в это надо войти. Родной, не родной, там, хочу. Этот вопрос снятый. Богу угодно это или нет? Согласно ли это Святой Библии? Вот тут, во свете Библии, вот пусть они меня судят, вызывают. Но я не скрываю. Я говорю, был бы я неверующий, я был бы на той стороне, не на Майдане. Майдан это преступление. Майдан это убийство. Это издевательство, как говорят, под наркотиками были там снайперы, уже договорились убивать тех. Я не о Майдане говорю. Я говорю о том, что было в войну и раньше. Майдан это сплошное преступление от начала до конца. Страшное, человеконенавистническое, подлое убийство. Сжигали живьем там, и эти молчали, Януковича обвиняют. Я его не оправдываю, но Беркут-то не отвечал выстрелами. То вы же доводили до красного коленя все. Это все было продумано там, кому это выгодно, кто эту режиссуру зарядил-то. Повторяю, я никого не осуждаю, я просто как смотрю со стороны. Но я бы там никогда не был, ни до обращения, ну тем более сегодня. А до обращения, пока я не уверовал, Евангелия у меня не было, я на их стороне был, но даже говорю, я никогда не скрывал и писал биографии. Я был бы на стороне белых, а белых, значит, чтобы церкви открыты были, священство, свободно трудились, своя лошадка была. Ну, то есть, как жили при царе? Ну, конечно, без власти в церкви царя. Тут царь был неправ. Бог. Тут вот если разобрать, вот по сути, взять Майдан, к примеру. Майдан-то творили вот на эти агрессии вот этих юнцов, молодых парней, вот этих. Да. А зрелые-то люди, они, в принципе, не участвовали там. Ну, это все безумие сплошное. Это спрограммировано, и все руководил этим Запад. Запад. Я не знаю, Запад или Восток, кто друг друга подыгрывали, договорились, что делать. Поэтому закулисно я не знаю. Я знаю, что это преступление. Преступление. А вот эти сделали, которые были, они протестовали, они не нарушили Конституцию, они прошли с плакатами. Я попадал на такое в Болгарии, у нас там стоит. Идут они в дудке, дудят, мирно, с ребятишками на руках, идут, улица по улице, назначает на завтра, и больше ничего по улице. А те видят. Никакого оружия, никаких коктейлей. Идут, тут дудки эти продают, они дудят, хлопают, кричат, лозунги, транспаранты. И бесконечное шествие идет в Софии в прошлом году. В июне месяце. Там написано, какого июня, все. Но они увидели, это безрезультатно. Надо Януковича вытряхивать. А почему не рассудили? Это дал бы хуже, да не нашлось по вашим делам. А мы, они не знают, что за этим последует-то. Запад не будет кормить. И Россия не будет кормить. У них другая задача, другая. Почему? Они выполняют роль другую, которая отведена им. Подготавливают престол Антихристу. Вот это, конечно, даже все туда подводить. А не то, что атомная бомба, у тех лучше вооружение. Это... Я верю, что Москва будет сожжена. Это я точно знаю. Для себя. Откровение 17-18 глава. Великая блудница будет сожжена огнем, которая обогатила там купцов всех. Это о Москве речь идет. На семи холмах,
на семи горах. Вот. В этом я уверен. Москва будет сожжена. На нее раньше мы рассчитывали 9 атомных бомб можно. И по-другому нет. За это они сейчас не будут. Еще время не подоспело. Но это будет там, когда уже воцарится один, эти первые 3,5 года, и там война будет. И, видимо, русский народ настолько упрям, упорен, ничего не понимает. И будет принято решение надеть этот башлык на глаза и повести на расстрел. А я русский здесь. Я в Москве не живу, живу в Потеряевке. Я приглашаю туда всех. А как вы относитесь вот к такому пониманию, что власть не от Бога? Вот, какая власть от Бога, какая не от Бога? Всякая власть написана от Бога. Я эту фразу не могу никуда. Но бывает та власть, которая исполняет повеление Божие, которая допущена от Бога. Вот он пришел, а что Ленин гнал церковь от Бога? Конечно, от Бога. От Бога. Да кого-то называли враг народа. Так они есть враг народа. Народ-то не учили, врагами сделались. Люди-то жили для себя только. Ты маленько глубже вникни. Но это по попущению Божие-то. Это все от сатаны у них было. Но Бог его отпустил, длиннее цепь ему сделал-то, что он и в церковь зашел. До этого он там лаял за церковью. А эта цепь удлинил ему. Ну а дальше он не имел другой власти. А вот Сергий Строгородский он открыл. Это не от Бога. Он спасал церковь. Церковь не спасаем мы. Мы спасаемся в церкви Христом. Они перепутали все. Это все рассчитано на невежд. И поэтому, когда клеили враг народа и всем народа, я доказываю, я коммунист, враг народа. Тебе какую дали, то и есть. Ты сначала посмотри. Если бы тебе было в обвинении поставлено слово Божие, а ты проповедовал, как судили баптистов, вот тут за дело Божие, за дело. Так они умерли вне церкви. Вне церкви. И кровь мученическая не спасает. Это Киприан Карфагенский говорит. Так они не спасутся. Вот этого я не знаю и никогда не говорю. Есть люди, которые вообще не крещеные спасутся. И написано, не зная, это говорит, совесть, и кто судит, то оправдает, Павел говорит. И судимы будут по совести. Ну, там на разных островах, которые речь не о сектантах идет. Которые не слышали, а жили по совести. Это нам говорит послание к римлянам. Это вот и есть вот спасение, как бы из огня, вот такое спасение есть. Ну, вот которое говорится о тех, которые не слышали. А те, которые слышали, тем более читали литературу, это остается человеческое я, не отреклись от самого себя. Ну, мне задают вопрос, ну вот ладно, ну вам Бог открыл там, ну, соглашается, что я избранник, потому что я с детства удалялся молиться, будучи ребенком. Я только поэтому определяю избрание. И поиск божественно, что где прочитать. А мне 5-6 лет еще. Я очень рано, очень научился считать. Ну а как дальше-то? Дальше Господь ведет. Я бы, если родился в мусульманстве, говорят, или в буддизме, ты бы как поступил-то? Я бы нашел христианство. А почему? Ну, я такой есть, я избранник. Я когда обратился, я сразу начал заниматься буддизмом, сразу исламом, все стал исследовать и сравнивать, и себя приравнивать. Я там родился. За измену исламу тебе смертная казнь. Пошел. Я давно бы умер. А родился бы при Сталине, вот это говорил не так бы, но по-другому все равно говорил. Мне не все можно было говорить, и в лагере сидел, но я говорил так, что могли только бить других, кто ко мне подходит. Меня уже не трогали. Клеймо от КГБ спасало меня. Я должен быть благодарен Богу. Знак стоял особый. Мне сказал КГБшник, у вас стоит такой знак, что вас не трогали. И когда началось избиение, меня всегда водили, отец, ты иди там в красный уголок, почитай журналы пока. Вот как. А там кровью все залито было, как избивали. Потом они ночью подползали ко мне и говорили, отец, убивают. Можно, когда на разводе я рядом с вами стану? Вот и все. А я им свидетельствовал, нигде не молчал. И кто со мной разговаривал, их сразу вызывали и били смертным боем. Всех предупредили. Ну а проще всего одному было, никому не говоря. Они пробовали там еще пока, но ничего не получилось. Я, как Иеремия, буду стоять на четвереньках и буду говорить, так говорит Господь. Последние слова. Да, вот этому нужно учиться всю жизнь. Ну, Бог это дает. Человеку это нельзя. Нельзя. Я вот спрашивал Глеба Якунина, это патриот, это герой, Зоя Крахмальникова, настоящий герой. И, ну, Александр Огородников, он половина срока только в КПЗ провел. Ну, ШИЗО. Я ни одного дня.
А почему? А потому что он везде стоял. Марченко был, знакомый Сахару, Андрею. Надежда была какая-то, его убили. Просто убили, захлестали. Они везде вставали поперек. А я пришел, я везде поднимал ногу так, как показывает устав. Койку заправляю так, как говорят. Я нигде не давал ни малейшей соринки. Я должен быть везде примером. А сам в это время делаю и молюсь. Я молча это делаю. А они стояли поперек. А почему я должен подчиняться? А тебя кто подло звал сюда? Там один ответ. Тебя заставят ползать на карачках. Даже когда бывало увидеть далеко метлу, сказал, метлу принести, а побежал один назад. Должны бежать не меньше, как 20 человек за одной метлой. Ну, и я узнал это, и тоже бросил, отец, вернись назад, это вас не касается. Вот и все. И когда маршируют, ногу поднимать выше. Я поднимаю выше, тут меня нельзя выделять. Я поднимаю и стучу, ну, мне это нравится. Военная дисциплина. Я ни разу, нигде, есть такое выражение у заключенных, не залупайся. Грубоватое, но оно смысл показывает. Да, вот эти рамки, которые сам себе устанавливаешь, в том числе и которые и в Библии, вот эти вот все-таки законные рамки, как легко, легко жить-то в них. Я, представьте, только зашел по психиатрическую экспертизу, а он из психиатрической не вылазит, про меня в интернете пишут. Ну, у меня-то результат, смотри, какой дали. Дали такую характеристику, что нигде ничего за мной нет, и меня предать суду. То есть я дипломированный не психопат, а вы-то не проверено еще. Я на это отвечаю. Меня только привезли, это в Кемерово было, криминальная психиатрия. Раздели там все как положено, переодели там халат какой дали. Я тоже пошел по остальным палатам, они все открыты, не камеры. И они написали, ходил по палатам, безбоязненно проповедовал о Христе, но не был навязчивым. Отношения с людьми всегда были теплые, ровные, с персоналом, со всеми. Это в характеристике, это все помещено, для слова Божия не туз. Но вам такую характеристику дадут или нет? А мне дали. И когда меня уже отправляли, я дольше всех там сидел, потому что ждали светила. Мазур, Моисей Ааронович должен был приехать. Тебе еще рассказывать, кто он такой? Из института сербского, из Москвы. Зачем бы они его вызывали? И сколько мы с ним беседовали раз за разом. И они собирают меня, гляжу, что-то суетятся врачи, медсестры. Меня отправляют сегодня. Так они вот таких до груди мне, там полные мешки, два мешка только там, галеты, конфеты, еще только не набрали. Все покупали, и кружку, и ложку новую. И говорят, мы на пенсию никого так не провожали. Ну, если они живут, работают всю жизнь в этом предприятии, ни одного из заключенных пациентов не провожали так. Это что, человеческое? Они все плененные были. Сколько они услышали. Всем говорил безбоязненно и не был навязчивым. Не так. Вот сектанты начинают, хоть и баптисты те же. Он говорит мне, ну знаешь, ну ты сначала узнай, знаю или нет. Я про себя думаю. Но я выслушаю, что он говорит. Он говорит мне вещи, которые я 51 год другим несу. Но мне не помешает, я оставлю сам себя. А он-то стоит с таким видом индюшинным надо мной, крылья распустил. Ну и что? Он проповедует. Он свидетельствует. Да будет он благословен у Бога. Он лишний раз мне что-то напомнил. Он мне ничего сказать не может, чего я не знаю. У него знания там, может, поменьше моего. Но я считаю его за учителя. Я вот сейчас встретился на улице, еговист. Они открыли свою там эту книжку-то. А на улице холодно было-то. А я фуражку снял, а голова-то лысая. И они меня пожалели. Да вы надеете холодно? Нельзя. Я говорю, почему? Так Библия открыта у вас. Не Библия хотя, но там о Боге говорится. Ой, как это их тронуло. И опять я фуражку надел, беседу. И вот стали опять они открывать. Я снова ее снял. Они другим расскажут. Я благоговею перед этим словом. А тебя они не вспомнят. И вот сейчас одна пишет. Вы знаете, на Игнатия натолкнулась, одна он дома был. Иеговистка. Та, вы знаете, у нас исследует слово Божие. А он ее к себе пригласил. А дальше стал беседовать, говорит. И разбил на голову пух и прах. Но самое главное, что в следующем собрании он привел ее в пример, поставил себе. Вот как надо работать. Вот что, говорит, удивительно это. Я уроки извлекаю из везде. А они даже на мне не могут урока взять. Он не поймет, что старообрядец, там, баптисты. А он ничего не знает. Я христианин. Евангельский. Евангельский православный. Ты баптистом назовешь, я только рад буду. И скажу, что обман, а то у нас один баптист, батюшка наш. Баптист означает крестник. Я вот что хочу сказать.
люди бы много, многие слушали бы вас с удовольствием, но люди не любят думать, им надо, чтобы в мозг сразу информация затекала, чтобы ее не пережевывать. Вот, а вас нужно пережевывать тщательно. Я не скрываю ничего, самое главное трогает. Вы бы это не сказали, на вас бы не знали, там психиатрия. А я все справки, все выставил. И в армии, и здесь. И армейская, которая была, за то, что я начал там проповедовать, еще не знаю Евангелие-то. И написано, ничего нету. И, видимо, ну, они своих-то коллег не могут сказать. Это что-то такое, и нигде этого нету. И с работы справки показывают, и с коммунистами беседуют одинаково, никого не выделяют, ровно, и память, и все проще, и проще. И когда судили, на суде это все засчитали. Засчитали. Люди, людям это где-то не принимают. Значит, он не избран. Я не волнуюсь на это. Нет. У меня умер брат недавно. Брат, который любил пить, но в последнее время не пил. Он Бога не отрицал, но был такой. То есть какой? Не христианин. Он Христа не отрицал, он крещеный. А ты молишься за него? Молюсь. Молюсь с оговоркой. Господи, если не угодно, прости меня. Он несчастный человек был. Вот и все. Но молитва моя идет. Идет. Погиб внезапно мэр города, а он мне помог вот эти дома иметь все. Так я звонил чуть не всю ночь всем знакомым и узнавал, крещеный он или не крещеный. Узнал, что крещеный. И я помолился за него с этими же словами. Прости, если не так, но он так много для меня сделал. Мне женщина одна сегодня или вчера, не помню, письмо написала. И вот она услышала, что священник один говорит, что из ада можно молитвой просто, как говорится, человека спасти своей молитвой можно одной. И вот она спрашивает, неужели, я говорю, меня говорит, так это разочаровало, неужели так просто можно в Царствие Божие попасть, что молитвой можно вымолить любого. Между нами и вами великая пропасть, так что хотящие отсюда-то не могут перейти, оттуда-то не переходят. И 2 Коринфянам 5 глава 10 стих говорит, что соответственно делам своим каждый судим был. Всем нам надлежит предстать пред судилище Христово, чтобы получить соответственно тому, что делал, живя в теле. Не без тела в гробу, когда за тебя помню, а живя в теле, соответственно. А это уже не соответственно, что грешник сидел, его молитвами вытащили. Да ты в это не веришь, молитвы? Я молюсь. Но я не говорю, что я вытащил. Я молюсь, это чувство моей любви продолжается за гробом. Я его люблю, желаю блага. Только и всего. Да кого не знаете? Не знаю, конечно. И за родителей я молюсь, и мама была верующая. Я немало не сомневаюсь, что она в раю. Она исповедовалась, причащалась и до конца была верная. Не... Верная. Мать десятерых детей. Это глубочайшая вера у ней была. Но я же не говорю, что то, что не написано в Библии-то. Меня подбивает все время. Я мог бы промолчать. Я говорю. И это многим не вмещается. Вы бы не говорили, там были-то или так понимаете. Никто бы не знал и вас бы не трогали. А кто бы я был тогда? Придет время, вы меня упрекнете. А придет время, то, что сегодня не вмещается, потом сработает. И на меня такие выходят, а я был против за это. А теперь те слова ваши тогда-то сказанные, знаете как? Я через них начал искать тогда. Меня так это тронуло. Вот. Ну а я откуда знал-то? Я просто говорил, я остаюсь тем, кто есть. Я какой был вчера, 20 лет, 51 год назад, я не меняюсь. И мне сразу Бог сюда вложил то, что должно быть, только оно расширяется. Я мало считал Иеронима Стридонского, после нашел. Ну, в том же направлении, в том же толковании. У меня не было изменения в толковании за 51 год нигде, ни разу. Я получил сразу это все. Вот это и есть избрание. Да, как вы еще считали толкование? Не считал. А почему? Даже не считая толкования, я сразу знал, что именно вот так. А потом только нашел. Потом Златоуста прочитаю, найду. Но уже с первого дня говорил правильно. Да это не может быть. Ну, не может быть, а я перед вами. Мне зачем это натягивать-то? А если так, я говорил, а теперь так, тогда найди, где, покажи, подтверди. А у меня есть записи, письма с первых моих дней. С первых. Так. Я вам вчера, который послал-то, вы видели, какая разница? Это снимок Игнатия Богоносца, который я послал, и который послал, сделал Витя. Так вот, вверху-то, когда я говорил,
Вот это имейте в виду, если можно будет сделать. Я думаю, еще тут вот так вот до грудь, допустим, они там, там видно этот партер, где они находятся за перилами, зрители смотрят, как вот там поместить всех этих людоедов там, до Муссолини, Гитлера, кого найти, просто фотографию туда вставить. Это не запрещает церковь. Это мне не по силам. Мне вот, допустим, Игнатий Богоносцев образ написать, мне нужен месяц. Вот ты совсем можешь ее не писать. Я просто говорю, дорогой мой друг, если будешь писать, ну, будешь, я просто говорю, по желанию. Будет кто-то, кто-то поможет. Это будет шедевр. Да кто поможет? Я один в мире так рисую. Но больше так никто не рисует. Ну, так никто. Ну, может быть, как-то по-другому там сделать перевод туда, там сделать отдельно кому-то, поручить, чтобы сделали вот это за партером, который. Я только про это говорю. А потом туда перенос, это делается же. Вот, делает композицию. Это не сделать. Игнатьевич, я это все равно, что рисовать, все равно, что вот красками рисовать, то и здесь я рисую. Это огромный труд, чтобы там людей нарисовать. Ну ладно, прости, что неправильно сказал. Но это мое, я так думал, что это было бы здорово. Это есть вот в фильме Иуда Бен-Гур, когда он говорит, что ему надо возниться, и он только уже, он говорит, да не могу, я встречу. Эх, Иуда, здорово было бы, потому что ты победитель, и победить бы нам Мессалу-то как. Это Рим, гордый Рим склонится. Эх, если бы ты мог, так и это. Не можешь, но ты услышал. И слава Богу. А чё ж вот это самое Сталин, все Ленин, били, что же прямо антихристы были такие настоящие, да? Да. То есть души в них не было, что ли? То, что для нас известно. И не нам одним. Жалко все равно. Конечно. Как люди мучаются. Интересно, наш архиепископ Гедеон, новосибирский, барнаульский, потом стал он ставропольским митрополитом, и был там на поклонении, ну, поклонение как ездил, и купил вот эту икону, где львы заедают Игнатия Богоносца специально для меня. И мне ее подарил у себя в епархии. Привез оттуда, представь, у нас такие были серьезные отношения, там он и грозился, и еще только не было. Я его всюду звал на благовестие, а он мне говорил, ой-ой-ой, как вы разговариваете с архиереем. А тогда у них власть была, боялись, а я его по животу вот так сидим. Пошли на благовестие, он говорит, да куда я такой? Вот. А потом он скажет, выступает перед ними, перед всеми, а у него такая громадная была епархия, 4 области и Тува еще. Вот. И он священник говорит, он говорит, не зря Игнатий Лапкин говорит, вы даже хлеб отрабатывать не хотите. Вот все, пожалуйста. И он меня привел в свидетельство перед всеми. А кто он такой, как Андрей Кураев, обо мне сказал, и скольким людям путь показал сюда, когда отозвался-то где. Люди находят, а теперь уже через Андрея это. Мои слова их заинтересовало, как так, Андрея все долбят, а вы за него заступаетесь. А я не стою там, где все. Я в Андрее вижу много хорошего. И говорю, что ему это нужно. И как раз это и нужно. Он будет другим. То есть может стать другим. Мы только сегодня с отцом Сергием говорили. Я говорю, вспахал какое поле огромное. Вот, и стоит не пахает поле, не засеянное. Это отчешь от него и проку. И тут подумаешь, вот, может, и зря все он затеял вот это. А тут вот и ответ сам приходит, да, да где же зря, сколько людей к Лапкину пришло. Через вот эту его, как говорится, проповедь. Да. О неверных церкви. Да. Во всем можно найти и добрый плод, как говорится, и худой. Но Англия-то целиком через отца Андрея, он был там, обо мне сказал, в Англии сказал. Даже в Германии был. Наша подошла сестра, ему привет передала, он говорит, обрадовался несказанно, говорит, так. Вот, из Финляндии, который вот это тоже через отец Андрей, и потом они через него только тронулись чуть, заинтересовались, а дальше зашли, увидели на роликах, теперь мы, говорит, от вас не вылазим даже все время здесь. Ну, это Господь так сделал, вот и. А я его 120 раз, он говорит, он меня, Игнатий, по всем кочкам несет. 120 раз я его упоминаю, но я отвечаю за все 120 раз и сегодня, но мое отношение к нему никакое ваше. Я-то желаю, чтобы он был другим, чтобы он не говорил вопреки Слову Божию. Он мне не конкурент, тут и сравнивать не надо, профессор, знания такие. Я-то кто? Я сторож и печник.
с кем ему соревноваться-то? Да ну, Геннадий Тихович, вашим знанием на сегодня я не знаю, кого противопоставить. Ну, знания, я не претендую ни на что, вот это надо сказать. Я соглашаюсь, что он выше, и на этом есть, как сказать, по знаниям. А в деле Божьем я могу быть для него и полезным иногда. Я все забываю, эту камеру обязательно настройте, потому что поедете с ненастроенной камерой. Послезавтра или завтра Гавриил сказал, перейдет. Вчера с ним связались. Он скрылся там с квартирами. Ну, я не могу надать. Два раза, три раза сказали. А та-то камера в Потеряевке вторая. А эту-то хотя бы посмотрел. Я думаю, хуже бы он ее не сделал. А как, когда он будет придет? Мне передали, что он придет в субботу или воскресенье. А сегодня пятница. То есть завтра или послезавтра. Ух. А в какое же время он приходит обычно? Еще мне не сказали. Мне передала жена. Она вчера с ним разговаривала. Ну так, обычно он с утра приходит, да? Не знаю сказать. Я слышал, что у него отпуск. Но в отпуске ли он, я тоже не знаю. У него связи нету. Он отошел и на... Здесь... Он мне как-то написал в этом ВКонтакте еще недели две назад и опять пропал. Вот он там все что-то по квартире там. Он одну квартиру со мной попросили, другую там. На третью перешел. Я молюсь о квартире только о двух человеках. О Сергея Додина с Северска. Я Гаврииле. Прямо прошу, Господи, дай им хорошее жилье. И японскому народу дай хорошую землю, чтобы они могли обратиться здесь. Здесь. Мы тут с Жириновским полностью согласны. Ну вот какие-то молитвы. Вот это есть талантливость религиозным быть. Я вчера только новые молитвы людям писал. Как молиться о своем духовном отце. У меня столько молитв составлено, я их не составляю, они из меня просто выходят. Выходят и говорят, вот ты молился, вот дай нам это, запиши. Ну, вчера я как раз печатал это, сидел. Молитвы. Они на молитве, у меня приходят на молитве. Вот в чем дело-то. Я их не... А где они? Где-нибудь есть список этих молитв? Да они короткие молитвы-то. Ну, нет, просто, ну все равно. Ну, есть просто, они где-нибудь. Вот в конце я прихожу к тому убеждению. Закончили молитву, мы поднимаем руки, вы видели. И я молюсь сразу же, слова, это молитва первая, короткая. Господи, соедини нашу молитву с молитвой всех святых Твоих, молящихся на небе и на земле. Вторая молитва. Господи, услыши и исполни молитву всех, кто молится о нас во благо нам. Они не молятся, чтобы плохо было, я поставила ограду, во благо нам. Третья молитва. Господи, услыши молитву нашу о всех, кто нам заповедовал молиться о них. Спаси их и помилуй. Вот три молитвы. Молитвы должны быть краткие, не длинные. Это все святые отцы об этом говорят. Не будьте многословны. Но в этих молитвах, вот в трех, сконцентрировано все на молитве. Все. Абсолютно все. Я весь здесь. Я соединяюсь с небесной церковью, с земной, кто молится, с монахами, с католиками, со всеми, кто молится добро. Понимаешь, ты вникни в это, что в этих молитвах-то. Тут каждое слово выверено. Я после смотрю, это не мои молитвы-то. Я не могу так сказать. Вот, допустим, я молюсь о пророках. Это уже шестая десятка поклонов. И по десятке идет. Христу, Богородице, я ангелу-хранителю, Иоанну Крестителю, Николу Чудотворца. А уже другая десятка, это шестая десятка, пророки. Я их перечисляю. За это время я делаю 10 поклонов. И говорю, Господи, исполни духом пророческим церковь Твою. Молитва. Приготовь нас к встрече с Тобою, дабы мы знали о Твоем приходе и о нашем отшествии, когда оно будет. Приготовь к этому. В смысле не даты дай, а приготовь к этому. Молитва закончилась. И дальше, чтобы церковь Твоя вышла с горящими светильниками. Это все знают, но не знают, что она означает. Я добавляю, с горящими светильниками истинной веры. Еще одна молитва. И след за ней другая молитва. И чтобы сосуды нашего сердца были полны до елеем добрых дел. С елеем это знают. А что он елеем не знает некоторые, то Дух Святой. Чтобы сосуды наши были наполнены елеем добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Вот в этом вся суть. И у меня все противники сразу исчезают, когда молитву прослушают. У меня противников нет. На мои молитвы нападения ни одного, ни от кого не было, ни разу. Почему? А они неземные. К ним добавлять нельзя. Даже к молитвам, которые на небе,
на небе. И к ним еще добавляют. Вот святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, это мальчишка слышал. А добавили, помилуй нас. К моим молитвам никто не добавляет. Почему? Я на земле, я по-земному говорю. Услыши, исполни. Это просительная, первая ступень. Вот здесь я и говорю об этом. Чтобы церковь исполнила духом пророческим церковь свою. Чтобы мы знали о твоем пришествии и нашем исходе из земли. Вот здесь то и другое совместилось. Божественная кончина и моя кончина. Божественная по плану где. И далее я уже определенно говорю, девы вышли, они со светильниками, чтобы истинная вера была. Я говорю, истинная вера. А тот говорит, ну и мы, а вот ты узнаешь сначала, истинная нет. От словом истинно заложено исследование. Не на один год тебе хватит работать. И теперь о елее добрых дел. Так мы думали масло, ты слушай дальше. Добрых дел соделано в Духе Святом. А без Духа Святого и не сделаешь. Я и это заложил туда. Ну не я, то Господь показал. Вот молитвы, я тебе прочитал. Они слышат эти молитвы. И дальше, когда я молюсь о мучениках и мученицах, то добавляю короткая-короткая молитва. Господи, соделай так, чтобы по молитвам всех святых мучеников никто не принял начертания зверя Антихриста. И если у меня есть люди, которые ведут себя очень плохо, я о них беспокоюсь, я их тут подставляю имена. Дальше конкретно добавляю имена. Вот такие-такие я их называю. Дети. У них зверонравный характер. Истреби его в них. И устраши родителей за такое ложное воспитание детей. Это молитва. А тут я называю на молитву, прям называю имена. Если я молюсь последнюю десятку поклонов о женах и девах, Господи, дай им послушание, смирение, перечисляю, молчание, все, что требуется для жен, и спаси их от всякого поругания. А потом называю по именам, на которых мужья мне жаловались, перечисляю их всех. Соделай их другими, Господи. И когда они другими делаются, они сами того не знают, подходят ко мне и говорят об этом. Интересно, у нас Никольский бывший полковой храм, прямо на Ленинском проспекте, главный проспект города Барнаула, стоит Никольский храм. И когда был патриарх Алексей II здесь, в этот момент случилась передача этого храма, а мы на него претендовали когда-то, подавали заявку. Хорошо, что нам не дали. Он прямо на проспекте. И тогда его выделили из высшего авиационного училища, а теперь там институт юстиции, милиции находится. И вот этот храм, который тогда они дали, он бы нас с головой утопил. Нам ничего не сделать было бы там, и не отремонтировать. И Бог это услышал. Ничего нельзя сделать, проходной двор бы был. У нас только, а в не пускать, как не пускать? Храм-то им не принадлежит, только данные. Как храм Христа Спасителя, он патриархии-то не принадлежит. И так и здесь. И вот здесь у меня возникает особая молитва. Когда был патриарх Алексей, у меня сразу возникает молитва. Какой молитвой ему надо бы молиться? То есть я не только молюсь сам, а как бы влагаю в него. Вот проходит какое-то время, и ну, молился об этом, а он исправился. Я почему-то думаю, вы за меня молились. Каждый день. У меня столько звонков, вот я когда разговариваю здесь, вот сейчас утром рано, нету, Россия еще спит, идут звонки, но мало кто дает ответный звонок. Ему хорошо, из десятерых один вернулся поблагодарить, и они убегают, и я потом выговариваю им, ты почему неблагодарный такой? И сейчас, как они приезжают, а вот мы ездили, Игорь там, допустим, скажу, Третьяков там, Бист, и только приехал и сразу звонит, Игнатий Тихонович, мы приехали. Я говорю, на молитву. Я сразу все дела бросаю, молитву благодарности. Ты поднимаешь нас на вторую ступеньку. Легко делать, потому что если я днем минимум 7 раз должен встать на молитву, то твой звонок, он как раз этому содействует. И которые ко мне в гости приходят люди, они уже знают, ну, давай помолимся, то есть готовятся уходить. Все, тут мы и есть. Молитва объединяет, молитва приводит ко Христу. Это единственный канал, через который я могу познавать волю Божию. Она мне не открыта. Вот сейчас у меня задержка, и я не знаю, что она означает. Ну, просто сокрыта от меня. И нам нет никакого отказа, ничего нет. И тормозит. А может, через это новые люди где-то появятся. Потому что я всех оповестил молиться. Вчера уже начинают сектанты отвечать. Да, если бы это было не от Бога ваша поездка, сектанты, то препятствия были бы в начале. Но когда все препятствия уже все удалены, и в конце это сатана просто мешает, и вы должны это победить. Вас ждут, это от Бога. Мы ждем ваших известий с дороги. Не православные.
Ну и все. Я имею подтверждение. Да вас много значит, что не православные. Очень много значит. Они умные люди. И мы их сделали, мы сделали такими. В церкви не было бы вот этого на основа, на чем они спотыкаются. Они были бы другими. Вот вам они когда говорят там, вот, из ада вытащить, что можно на это сказать? Простите нас. Это не учение Божие, не учение Христово. Этого нет и ни в Евангелии, нигде. Иначе бы все богатые были в раю. За богача пять братьев, они бы все равно отмолили его. Дело в том, что это говорит не протестант, а православный священник такой говорил. Ну, он неправильно, перестань, скажи. Я вот об этом не молюсь. Из ада вытащить им. Нам и не дано это вытащить. Я молюсь, которых хорошо знаю, ну, как Лев Толстой, это безбожник, я за таких не молюсь. Но и она пришла к оптинскому старцу, сейчас не знаю, Анатолию или кому спросил. Он говорит, в домашней молитве можешь молиться. В домашней. А она инокиня. Или монахиня там была, монашка. Вот так. Ну, надо грань это узнать. Где? Молились, а я молюсь вот там за Сталина, там, я никогда не молюсь. Я за Горбачева молюсь, почему? Он живой. Вразуми его, Господи, вразуми, он Бога не знает, он столько претерпел, столько зла сотворил, ему покаяние нужно всенародное, но он знаковая фигура. Знаете, что я вот больше молюсь за мертвых, у меня такое вот, и, как говорится, такое желание есть большое, больше за мертвых, чем за живых молиться. У меня это желание было, когда Евангелие в руки не попадало ко мне, я только о дом думал, как бы научиться молиться за едино умершего. За отца с матерью. А когда я уверовал, в первый день у меня это шло на 105-е место. Я каждый день молюсь за умерших. Но кратко, коротко, родные, близкие, всех православных христиан. Все. И когда молятся 40 дней, у нас бывает псалтырь разнаряжена, и мы молимся там по кафизмам. Но вытащить и молиться за мертвых нет. Нет, это не на том месте. Так апостол Павел говорил, молитесь только за живых. Только о живых. Только о живых, а мертвых нигде мы не считаем, ни в одном месте. В 14 посланиях ни одного слова нигде нету. Ну и все. Я молюсь, молюсь, но я знаю предел, за который не переходить. И желание внутреннее от Духа Святого должно быть. А если желание только молиться о мертвых, спасать, это не от Бога. Это надо пересмотреть свою программу. От Бога молитесь, чтобы все прийти в познание истины. Везде, почитай, где Павел говорит молиться, дабы я был освобожден. Молитесь за всех, ибо мне открыта широкая дверь до проповеди. Молитесь обо мне, ибо... И дальше причина молитвы. О чем конкретно? Нигде не говорил молитесь за умершего. Нигде и ни разу. И даже намека на это нет. Ну вот и все. Нету во всем Новом Завете. Не в Ветхом Завете, во всей Библии этого нету. А в мощи Елисея, ну и оставайся с мощами Елисея. Елисей тебе скажет, я тебе не повелевал, чтобы ты мной прикрывался. Нигде о нем евреи не упоминают, ничего нету. Разовый акт. Все. Ну, не можем мы сказать, что Бог каждый раз теперь всех сектантов с Дафаном, Евроном и Кореем топил в земле, в ад отправлял. Но разовое явление оно показало. А живет, нет, Христос в мощах. Ой-ой-ой. Сам по себе вопрос говорит. Он и провокационный, и его и ставить нельзя. Я отвечаю, дом ваш пуст, Христос говорит. Если согрешили, молитвенный дом, дом молитвы, мой дом, а дальше дом ваш пуст. И все, никакого Бога уже там нету. Если он пустой. Человек умер, его нету, прах, а дух идет к Богу. Дух с Богом, написано к Богу. Что переменять-то это? Разделено. Человек является промежуточным звеном между плотским и духовным, между животным и ангелами, у которых только тело, у других только душа, а у человека душа и тело. Поэтому мы любим ангелов и любим кошку. Ну что, отпускай. Да, ну, все равно остаемся рядом. Я постоянно смотрю, жду вас, какие-то огонек тоже зеленый. Ну, больше, пока об этом помолитесь, и кто будет к вам, скажите, чтобы нам вернули паспорта. Прямо так и говорили. Я уже не об визе, ни о чем не говорю. То вернули, потому что взяли и не дают назад, то это плохо. Это не по закону. Это вопреки закону. А вопреки закону я могу молиться. У меня отняли корову, я молюсь, верните мне корову. Господи, верни, у меня детишки маленькие. Так и я здесь. Я еду с великими дарами, у меня препятствия. Я теперь думаю, как это выправить. Это мой паспорт, мне принадлежит, а мне его не отдают. А если дают, то только под расписку, что я больше не буду претендовать на визу. Видишь, они как поставили.
вообще и внесли. Я не отказываюсь, я хочу, но мне нужно, потому что я бы еще подождал, но шенген у меня пропадает. У меня же, видите, там вклеено-то. А те, которые вам подают в Англии, у многих есть шенген-то открытый-то. Ну, явно, что не у каждого. И не у каждого, чтобы одновременно было приглашение и на такой короткий срок ехать. То есть я по многим параметрам вместе взятым показываю, что не в общем ряду мы стоим-то. Надо смотреть. И маленько подвинуть, отпустить нас. Все, брат. Все, Игнатий, с Богом. Матушке вашей поклон. Если Господь благословит, ты мне еще... Она ждет. Она уже ждет, она готова. Да, еще мне вы на Mail.ru там выбрось телефона 2 на всякий случай. Когда мы будем ехать, мало ли что, не сработало. Конечно, я все подготовлю. Это уже время совсем нету. Ну, с Богом. Все, до встречи. Да.